КПССП слетел. Вот-вот, блядь. Все, я его нашел. Здорово, братанчик, реально, нахер, нахер, нахер. О, основной механизм на складе. Какой, показывай. Называется, начался массовый забив на складе. Так. Мирош, так встаешь. Ага. Вставайте. Сюда? Да. Так. И вот нажимайте вот на кнопку. И все, и хайп. Так, и? И все, вот. Сила, невидимость, скорость. Ну и сразу можно идти попускать там суджика, да? Да, майншилдовцев. А, ну они не зайдут сюда, они боятся. Да. А как снять себя? Ща. Ща, подожди-ка. Ёбаный. А, у вас татуи монету. Ё-моё, ещё вас не убил. Давай, 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 давай. Ну да, ты крутой, реально, жесткий. А еще у нас миллион дымовух. Зачем, блядь? Держите. Сука, я пожалел о том, что рассказал, блядь, что они есть на сервере. А еще смотрите, что нового добавили, Гена. А ну. Сейчас, где тут? Ага. О, смотрите, еще что есть. Оп. Вон. Я не понимаю. Да вот. А, это я видел, это я видел. А подожди, а что это такое? Это вот драконье дыхание. А ну-ка. Просто его вот так вот, оп. Гля, нихуя. Гля, типа разбивается. Ну вообще прикольно. Но очень быстро испаряется. И эффекта никакого нет, насколько я понял. Блять, ну дымовухи это пиздец. Мне кажется, они очень дешевые. Этих дымовух можно столько наделать и просто весь сервак закидать. Ебать, чем я сейчас и займусь. Так, внимание, я приглашаю... слушай, Суджи, а ты там доделал канализацию, которую ты хотел там что-то? Ну... Пойдем. Короче, может быть, собрать реально дохуя людей, всем дать по одной дымовухе, и чтоб все просто вверх кинули? Прибила к берегу реки. Зашуршала тенью в камышах. От испуга слышен детский крик. Из миллиона тихо малыша. Рукой косматою достал старик. Ветер стонет внутри, а ночь она под дверь. Он улыбнулся о берег. И мой оберег. Гримкой стелется апрель. Убаюкает свирель. Кто качает колыбель, человек он, а не зверь. А берега, а берега, а берега, а берега. Хороший и плохой, просто бедненький больной. Бедненький больной. Блядь, что за... Здравствуйте. Здравствуйте. Да, мы в следующий раз, в следующий раз. Блядь. Да-да, здорово, братанчик. Здорово, братанчик. Давай сначала полную шляпу зайдем. А чё там, братанчик, нахер? Да там тебе деньги вроде как короче, передать. О! Вот выходите. Здравствуйте. Здрасте, вот а вы не подскажете, что это вот это такое? Это, ну, выходите по отсосите. Короче, я спасаю людей, а то ножки могут замерзнуть, а поражение там все дела. Простудиться. Обогрева нету. Тут какой. Да-да, здрасте. Пройдем, пройдем. Вот, видишь, твоя бочка? Чё там лежит? Чё-то тут нету моих денег. Очевидно. Так, это ты к чему? Я к тому, что они у меня. Слушай, я сразу говорил, что ты похож на вора. У тебя такой, припоминаю, знаешь, скин. Смотри, блядь. Ебать, зацени, сзади пятерка. Сейчас. Блядь, блядь, смотри нахуй. Блядь. Сейчас, блядь. Ну чё, пришло время.
У тебя два выбора. Либо я тебя. Я-ха-ха! Я съебался! Блять, как выйти? Ай, блядь! Сука, у Бэтмена получалось, какого хуя у меня не по... Так, ладно, ну и ладно, давай договоримся. Открытие осады. Когда? А когда надо? Можно прямо сейчас. Люди ждут открытия, ждут. Так, так, ага, ага. Игроки ждут, все ждут. Если ты побеждаешь меня, смотри, ты будешь королем, и я буду королем. Так. Кто побеждает, тому и достаются ары. А за кого легче победить? Наверное, за красных. Сколько аров? Там почти строчка была. Вон там еще одна есть строчка аров. Вверху у вас. Ну, ты согласна. Вот той бочке. Ну я, видимо, у меня нет выбора, да? Ну, видимо, но я буду за красных, за тех, кого легче выиграть. Хорошо, хорошо, хорошо. А как мне... Там есть режим выбора этих... Ну, я попросил, там добавили, короче, палочку. Ты в ноги стреляешь ей, она добавляет чела в твою команду. Ну, тогда пойдем. Погнали. Нет, там такой прикол, что когда я захожу на SP World, надо, чтобы все видели, чтобы прям зум был, что я зашел на SP World, чтобы все сюда заходили. У тебя нет такой кнопки здесь. Ну, это на будущее, как бы, надо продумать, да? Так. Блять, кстати, я походу могу вам говорить про этот режим. Короче, подписчики, рассказываю реально. Вот у нас ГП сервак, да, был. Вот, на нем там я хуй пойми, сколько поигрывает людей. Вот, значит, ГП Касл, это другая тематика, средневековая, то есть тот же самый РП сервер, но там надо со средневековым скином заходить, там будут вот эти вот кони, лошади и все такое, и нормально. Но этот сервак откроется хуй пойми когда, там сначала сейчас будут что-то по предзаказам, входы за донаты, а потом уже... что-то через месяц или через полтора он откроется полноценно, когда те люди, которые за донаты, они донатят, чтобы построить для всех карту, блять, это вообще, блять, просто гениально, нахуй, вот, то есть они сначала карту накидают, да, что-то построят такое, и потом будет, ну, кстати, блять, может быть, средневековая тематика даже поприкольнее будет, вот.